В Ленинском городском округе, как и по всей стране, завершилось праймерис или предварительное голосование «Единой России». 7 дней у граждан была возможность выбрать из внутрипартийных списков своих кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Так, всю минувшую неделю люди активно голосовали на сайте партии, а 30 мая выразить свою позицию можно было в очном формате. В муниципалитете участковые счетные комиссии открылись по 14 адресам с полным соблюдением всех мер безопасности. Проверили работу участков глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. Сегодня история, она как раз даст объективный, актуальный результат на сегодняшний день и узнаваемости наших кандидатов, будущих депутатов Мособлдумы и Госдумы на нашей территории. А в списках кандидатов десятки фамилий. Выбор разносторонний, конечно, кандидатов много, но я заранее немножко ознакомился с тем, кто будет, что будет и чья позиция мне немножко ближе. Победители праймерис, те, кто будут представлять партию на едином дне голосования 19 сентября, станут известны уже через несколько дней.